Всем привет, ребят. Ну что, наконец-таки я добрался до аккаунта Андрюхи на сервере. И сегодня мы затестируем фанатика, которого я вам показывал, которого я прокачал был на эволюцию. Вот я уже прокачал ему прорыв. По сборке, что у нас? У нас 10-й баст плюс эмблема и священный вой, который дает жизнь, в принципе, плюс деп, плюс герой сам отражает. И стоит суперсила. Пробовал ролить чары. Сейчас мой вариант. Я хочу поменять суперсилу. Убрать, поставить обряд лечения. Конечно, не максимальный, потому что вы сами понимаете. И многие думают, знают, что такое ролить либо священный суд, либо обряд лечения. Это можно убить пару часов времени. У кого есть дофига коробок и нифига не вытащить. Четверки падают в основном. Поэтому я решил сделать для теста такой вариант. Ну, суперсила, конечно, крутая тема, но она сейчас не для всех героев подходит, да, и, в принципе, этому герою она нафиг не нужна. Так, ну давай, давайте еще. 12 коробок у нас есть, ну вот видите, суперсила опять выпала. Недомогание. Плюсы какие у героя? Есть иммунитеты, но нету иммунитета к молчанию, блокировки нету иммунитета. Есть встроенный отхил, отражалка, наносит чистый дамаг врагам вокруг себя, когда атакуют. И супер его скилл, типа, наносит там 1000 с копейками, если я не ошибаюсь. Сейчас глянем, почитаем скилл дамага. Все. Герой не летающий, то есть герой ближнего боя, наземный. Это уже минуса. Есть своего рода автопрок. Когда цель попадает в зону действия, ну, опять же, бесполезный, как по мне. Ну, единственное, на PvP-локациях, возможно, где-то будет помогать нам. Так, ну, видите, я уже даже больше открыл. Все как обычно. Без изменений. Так, это машина. Сейчас я хочу чекнуть, что тут есть. Охотник 1 плюс 1, настолка. О, настолочка с джамбир, ничего себе. А смотрите, можно целого альфа-самца получить сразу же за 10 пазлов. В принципе, настолка не такая, как везде. Да, совсем другая настолка. Так, хорошо. С этим разобрались в поисках сокровищ. Ну-ка глянем, что тут. Четвертая карта, две карты. 200 и мешки сюда добавили. Да, здесь награды изменили в большом этом. По сравнению с английским сервером. Вот такое, не знаю. 200. Ну-ка, сейчас я зайду ради интереса. Чекну, что у нас на английском сервере. Сейчас посмотрим, где же все-таки лучше. Тут такие награды, а тут у нас, я надеюсь, оно подвисать не будет. Как обычно, нормально уже раздуплилось. А тут вот такие вот. Пятая карта. 15, 2, 40. Ну, не знаю, не знаю. Ну, хотя тут есть возможность сундука словить на айсе. Ну, с этих сундуков, в принципе, ничего такого не падает. Так, огни большого замка, скорее всего, такие же, как и везде, да. Что по событиям, коллекционер. Ну, что я могу вам сказать, две донатных карты за Гаргула, это реально круто. Это реально кайфовая тема. Магазин скидок. Что у нас по скидкам? Карты. Ну, что такого нового нету. Горящий остров сейчас заберем. Еще два осколка фанатика. Ну, в общем, такие вот дела. Окей. С этим разобрались. Поехали. Поехали тестировать нашего героя. Посмотрим, что он может. Как он может. На максималке. Я его тестировал в рейдах. Смотрел. Я говорил, что в принципе, ну, он чисто, как по мне, он чисто для ЗБшки. Для таких зон, там, где вот так вот надо раз ультануть. Быстро и все. Как видите, ну, разбирается очень быстро.
Вариант на уклон его собирать, это как Асура. Соберете как Асуру на уклон, по нему попадать не будет, от отражалки никакого толка не будет. Да, он будет жить дольше, но толку никакого. Вот то же самое, по нему попадают. Да, и даже если вы насобираете дофига уклона, это будет бесполезно. Потому что есть питомцы, которые дают возможность просто тупо ушатывать даже максимальные уклоны, а вы на уклон потратите дофигища самов, поэтому это тоже бессмысленно. Так, это, знаете, вот началась эра донатных героев, каждый этот у нас уже выпускает донатного героя, но они уже по сути как и обычные герои, то есть бесполезные, от них толку никакого нет, это лишь бы просто выпустить. Так, давайте попробуем, я не знаю, давайте на кошмарку заскочим. Так как у него иммунитет. Сейчас попробуем здесь 7-10. Вот, видите, большой скилл пошел, а вот мелкий. Но вот за счет этого, там где будет скопление, вот 170 тысяч чистый дамаг он наносит. Вот, возможно, за счет этого будет какой-то, ну, плюс на таких вот локациях, как ЗБшка, да, там арена, например. Но опять же, на арене я не думаю, что он там прям мега вау будет. Плюс, конечно, то, что он себя хилит, но не знаю, сами все, в принципе, видите. Основной удар кулдаун очень большой, поэтому толку от этого вообще никакого нет. Чисто такой дамагер. И то это дамагом особо не назовешь, потому что чистый урон он фиксированный. Основная ульта у него получается раз в 14 секунд. То есть это ни о чем. Как видите, он уже минуту висит на вольте. И его еле-еле ушатывают. То есть в этом плане, ну, не знаю. Плюс, конечно, то, что он себя хилит, но больше никакого... Никакой полезной информации. Так, а ну-ка, наносит урон в размере 1045, увеличивает, вот это у нас получается с кулдауном работает, увеличивает скорость атаки. Ну, такое, не знаю, в большинстве случаев доживать не будет. И плюс шанс крита, бафы нельзя убрать. Ну это такое, каждую секунду восстанавливаю 13% здоровья. Да, это немало. Если собрать его, попробовать максимальный деф. Попробую, ну я не знаю. По сути у нас отражалка есть. Попробуем вариант. Сейчас, если получится у нас вытащить стойкость. Поставить ему стойкость по максималке, чтобы максимум жизни. Ну, обряд лечения там, понятно, не максимальный у нас. То есть жизнь плюс деф, плюс уклоны за счет отхила, возможно. Но опять же, этот отхил будет резаться, поэтому от этого тоже толку особо никакого не будет. Ну, не знаю, этот герой, как по мне, это чисто, знаете, герой для забашки, и то в какую-то сливную пачку, потому что... Но этот донатный герой, он не стоит ни своих денег, и однозначно, ну, нету смысла его качать в основу. Чисто ради силы, да. Вот отлично, стойкость есть. Сделали максималочку. Обрядик. Я думаю, даже здесь он сейчас будет просто тупо отлетать. В таком варианте, конечно, лучше священный суд, чтобы он больше отхила давал. Но любое недомогание, оно будет урезать все, весь его отхил. Ну вот видите, порезали ему отхил, и толку вообще никакого. То есть, по сути, от героя толку, ну... Я не знаю, толку нет. Это единственное, один раз на по локации. Все. Оглушение, замораживание, окаменение, обездвиживание. Ну, у него можно забирать энергию. Забрали энергию, сейчас большинство героев забирает энергию. И
просто говорим ему до свидания. Такс. Поехали мы по локации еще чекнем. В общем, не знаю, как по мне, герой реально говно. Причем донатное, знаете, если обычно они выпускали... Там без донатных каких-то говняных героев, то это уже донатные, просто у них фантазия, видимо, кончилась. Но тут миссуют, по ним не попадают. Тут какие-то слабенькие. Ну, здесь возможно. Но там, где есть недомогание, есть забор энергии. На то толку никакого не будет. Ну вот, заблокировали, кинули молчанку, забор энергии и все. И ваш герой просто нифига сделать не может. Ну, не знаю. Печально, как по мне. Странно. Ну, это, скорее всего, из-за титула миссают. Мы его на уклон не собирали. Ну, такое, короче. И не туда, и не сюда. Поехали в забашки хоть посмотрим. Ну тут он, понятно, против обычных будет дамажить. То, что его Феникс не берет, это, конечно, плюс. Но остальные-то все могут заблокировать. Ну и Феникс, он ничего не может сделать, пока тут под щитом. Ну, чистый дамаг, как видите, он такой. Ну, не знаю. Череп еще живет. Да ладно. Вот вам, пожалуйста. Не может снять эффект. И череп себе просто тупо стоит. Ну, это уже показатель того, что герой по сравнению там с Фрей, той же самой, с огниками и прочими. Ну, даже не равняется. Черепа, если черепа герой не сливает, то о чем тут говорить? Короче, не знаю. Не знаю, что вам сказать. IGG, как обычно, дальше себя закопали. Потому что от этого героя толку нет. Это то же самое, мне что-то мага напоминает этого. Ну, хотя бы маг живет и, как видите, дамажит. Ну, хоть что-то делает. Дебард. А этот просто, это просто писец какой-то. Тут у меня, конечно, нету противников хороших сейчас. Вот есть Мэри, давайте попробуем здесь. А тут слабенькие все. Но тут он должен их разобрать, но смотрите. Кинули ему блочку, забирает энергию. Ну, не знаю, против топовых героев это, конечно, печаль. Единственный вариант вот эта забашка. Даже на той же самой атаке фартове, я думаю, от него толку никакого не будет. Он быстрее сольется. Асура хотя бы энергию забирает. А это печаль полная. Хотя есть отхил, но... Смотрите, против Ронина. Ну, не знаю, это не тот герой, который должен быть донатным. Без донатной, да, но донатным я бы его не назвал. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.